А, все, понятно. Шляпа пропала. Ну и пофиг! Не, я и сам комментирую. А? Так, хорошо, пошла аура, пошли. Давай. Ну, вот, что называется, проплей пошел. Смотри, смотри, Александр, что я делаю, смотри. О, как сложно, да? Смотри, смотри, смотри. Смотри, оба! Он ни разу не тактичен. Вообще, вообще. Так, погоди. Смотри, смотри, смотри. Оба, и еще разок. Смотри, да, смотри, теперь, теперь смотри, мы делаем вот так. Оба, теперь смотри, по новой. Теперь по новой. Ой, а что это, Flawless Victory? Ну, а как же так? Неужели я крутой Люкан? Да нет, я вроде фигню делал. Да на самом деле, плейстайл на Ашане сказывается. Не, я вроде круто играю, да? Прям тактично. Прям, ну, так... Ниндзя килла, смотри, смотри. Так же, как смотри. И на Ашане, в принципе. Смотри, смотри. Оба! Смотри, прочитал, все-таки хорошо наказание пошло. И смотри, да. развел. Да, меня развели. И переиграли. Так, надо менять угол! Ола! Ай! Ола! Так, хорошо, зажимает в угол Армана, хорошо, доводит до ФБ, сейчас просто дожать надо. Кратос был не сработал. Да, очень напряженная ситуация. Сейчас, да, вернется, по-моему, уже вернулся ФБ у Армана. И да, второй удар Хайовый, но тем не менее не убил. Это чё, что я фигово наказал, да? Я говорю, у меня плохой Люкан, вы видели сами. Я сделал фаербол вместо фиг знает чего. Чё там надо делать? Точно такой же геймстайл должен идти. Так, смотри, да. Включаем задний привод, потом резко передний. Оба, теперь смотри, снова я задний. Я смотрю, ты специалист по задним приводам. Смотри. И тишина наступила. Да, вот, и меня планиш. Поймали, просто uh-huh. я... Breakaway. Плюс. И захватик. Все, у меня полно пространства сзади, я просто отойду. Профессиональные техи, тычка бросок и бэкдэш, 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 бэкдэш. Опа, опа, хорошо. Тут опа, он меня встретил а тычкой. Это? А как это? В следующий раз я просто делаю вперед 4-3 и будет комбо. Смотри, смотри. Смотри. Или ракета. Сейчас мне... Блин, он меня занят. Да, круто. Хорошо, Колямба пошел. И наказывай, конечно. Да, да. Ну тут да, я лайфлит профукал. Ну ладно, я буду знать. Смотрите, сейчас я несколько перестановок сделаю. Ну смотри, смотри, пока ты будешь перестановки делать, тебя Колямба уничтожит. Ой, а что это? А ты что, это промахиваешь? Ну да, я плохо чувствую дистанцию, это я. Так, тычка пошла 1-2-3, ждал бросок. Все, снова фаербол, пошли вивпаниш, не получилось. Так нельзя, ладно, все, я понял. Хорошо проверил тычкой, и комба а, пошла. Комба. Так, не дал выпрыгнуть, хорошо. Смотри, дожимает, хорошо, а, и четверной бросок, и 1-1. Уничтожил. Колямба просто зарядка. На изиче. Сейчас ну, вот что, в прямом что, эфире что, будет что? Разнос киберкотлеты. Задний привод не включился, видите? Забуксировал задний привод. На то он и задний. Дело с концом. Сейчас чекайте. Так, блокирует фаерболы. Отличный трипгард от Армстратуса. Хорошо, тычку проверил. Это попытка, походу, от 3 была. Блокирует оверхед. Это, кстати, не наказание было. Хорошо, рвет бросок карман. Ну, его тяжело схватить. Тут если только стороны миксить. Отличный антиэйр паниш. Не успевает Колямба. Четверный захват. КБшечка. Да, не дропает. Все как по учебнику. Тычка гранатомет, но это классика жанра. Хорошо влезает.
и загоняет в угол, и вообще на равных сейчас играет. Ракетами проверяет. Хорошо, граунд паунд усиливает. И съедает просто в фейкап ПБ. Ну, в принципе, от Армана можно было ожидать что-то подобное. Но это еще не конец. Сейчас будет размен проджектайлами. Или телепорт. Ой, хорошо схватил. И равное количество ХП. Блин, я для лох. И выигрывает. Все-таки выигрывает ломбо. Раунд 2. Файт. Так, да, хорошо, наказывай. И назад в угол. Куда пошел? И разогреты ручки, можно ракетами покидаться. Очень хорошо себя Колямба чувствует. Нет антиэйра. И бросок из угла в расчете на то, что неправильно порвет. Еще бросок. Так, пытается сбить карман. Заходит фаерболы. И еще заходит. И уже зона фаер... чистый блок. Можно было наказать, но не стал этого Колямба делать. Так, хорошо подобрался. Еще есть у него ФБ. Можно отыграться вполне. Не такой уж и большой лайфлик. Д4. Очень напряженная ситуация. 1-2-3 заходит, это раунд. Это 1-1. Final round. Fight. Так, обратный бросок. Да, на этот раз Колямба порвал, хорошо. Паниш, нет, не успевает. 1-2-3, так. Ай-яй-яй, не отпустил блок под фаерболом. Можно было сейчас хороший кусок здоровья содрать. И фаербол заходит. Да, Арман очень быстро адаптировался, конечно. Уй, не получилось завифпанишить. И это 2-1. Еще и кабышечка, чтобы наверняка. Чтобы точно наверняка. Чтобы еще и на следующий бой хватило. Да. Задний привод мерседесовский, он такой, да. Нехило. Может быть, кто-то из зрителей тогда сыграет. Так, тычка от Армана заходит. Бросок назад. Троллуп. Как модно сейчас говорить. Да. Он не ведется, Колямба. Троллуп. Оп. Упс. Так, проверяет медочка. Отличный антиэйр. Ой, очень красиво получилось. А Дэниел, ну, в принципе, можно будет только после следующего сета. Опять же, если кто найдется в противнике. Сейчас будет нейтрал ФБ. Нет, смотри, он это хорошо вскрыл. И да, это раунд. Я что-то на Б3 вообще, ну, не среактил. То есть я даже не знал, что он будет. Ну, хорошо, обокрал. Да. Но зато потом блоу у него не будет теперь, да? Ну, зато ручки разогреты. Да, это фигня. Ну и там четверной захватит. На самом деле для Колямбы хорошая ситуация. Ай, и снова нет паниша. Вообще очень тяжело это панишить. Оп, заряжаем КБ на велосипеде. Супер. Ой, хорошо только. Отлично, да. Зашимил противника. Да не, я так. Через Б4. Мне нравится, как он через подсечку проверяет постоянно. Так, бросок назад. Снова подсечка проверил, трейд. И еще захват. Есть бросочек. Это 1-1, да. Решил сразу крашен клоу потратить. Не, у меня просто автокб.
А, ты еще и проигрок, напоминаю, Арн Кратос в прямом эфире использует авто КБ. Да. А вот сейчас будет другая КБ. Ладно, не дропнул. Не дропнул, 350 урона. Вкуснейший, 350 вихванишь. Ой, как хорошо рассчитал. Да. Надо через 1-2. И пошли ракеты, и ты посмотри, довел уже до зоны ФБ, и пока еще ни одного удара не получил. Заставил брейковый сделать, все-таки не будет. Блин, у меня 1-2-3 не вле... Ну ладно, пофигу. Ну сейчас просто аккуратно дожать надо. Да. И делает это колямба 2-2. Ну просто пушка. Окей. Финально. Я думаю, вот этот сет стоит доната Колямбе. За то, что он сейчас показывает. Ну подожди, пускай выиграет меня. Ну, я думаю, для многих он уже победил. Так, погнали, финальный бой. Сразу фаерболом в лицо получает Колямба, но для него это не проблема. Он не такой выдерживал. Сейчас аккуратно пытается сблизиться. И бросок в угол. А, потерял интерес, да. В общем, чтобы разматывать Арн Кратосов, нужно просто потерять интерес к игре. Ой, неудачно словил фаербол. Наверное, пытался чистый блок сделать. И просто отзонивается Арман, не дает подойти. Смотри, чистые блоки подряд просто идут. А вот в этот раз не удалось. И смотри, просто забрал раунд практически зонингом. Он еще 10 часов подряд стримит. Ну это просто железный человек. Так, пошли фаерболы. Ну все, Арман включил режим. Скажем так, с Винтуса. Хотел избежать этого слова, но да ладно. Я думал, он не в обиде. Да, и четверный захватит. Можно отыграться сейчас. Нет, почему-то дропает, не использует метод. Так, хорошо, размен. И зачем-то отпускает Армана. Зря он, конечно, это сделал. Нужно было дожимать. Чистый блок. Хорошо, подсечка зашла. И это все. Да, Арман на этот раз ничего не дал сделать. Ну смотри, Мерси. Ну Колямба, наверное, уже пошел дальше стрим свой проводить. Ролики да, смотреть. Вроде... Ну, да, наверное. Да, спасибо ему за игру. Ну ГГ, Колямба шерец. Крутой, да. Пришлось да, попотеть даже. Очень крутой. Молодец. Не, хорошо играл. Пришлось прямо попотеть, именно не ошибаться в зонинге вообще.